16 дней Харьков героически держится. 16 дней наша армия стоит и не пропускает российские войска в город Харьков. Но все 16 дней российская армия нещадно обстреливает город Харьков, бомбит город Харьков с воздуха. Но мы держимся, и мы обязательно победим. Я обращаюсь к жителям города Харькова. Очень многие дома сегодня разбиты. В них нельзя восстановить отопление. Это более 400 домов. Несмотря на то, что наши коммунальные службы, наши тепловики, наши газовщики, наши энергетики, наши водяники героически под пулями, под обстрелами делают свою работу, но 400 домов мы сегодня восстановить теплоснабжение не можем. Идут морозы. Дорогие мои, я вас очень прошу, спускайтесь в метро, спускайтесь в бомбоубежище, спускайтесь в подвалы. Мы сможем вас там обеспечить теплой одеждой, медикаментами, питанием.